Доброго дня. Вы смотрите программу «Универсальный формат». С вами Юлия Чернеева. И это прямой эфир 202-1122. Наш телефон. Всегда рады вашим звонкам, всегда рады с вами пообщаться. Что бы вы ни делали сейчас, может быть, вы заскочили на обед, или у вас отпуск, или вы просто постоянно смотрите наш телеканал. Мы всегда рады вас услышать и обратную связь всегда ценим. Сегодня у нас очень интересная тема — искусство аэрографии. Но не только об этом будем говорить в течение наших 38 минут. Для вас подготовила удивительные призы. Во-первых, пригласительный билет на концерт группы Би-2 в ресторан «Максимилианс». Это уже совсем скоро, 8 июля. Ну и для девушек прекрасные процедуры от салона красоты «Стрекоза». Что ж, я уже обозначила тему, обозначила телефон. Осталось немножечко, наверное, ввести вас в курс дела. Предлагаю так вот вернуться в прошлое на 2 года назад и посмотреть один сюжет, который я нашла в архивах нашего телеканала, чтобы вы, так сказать, прониклись искусством аэрографии. И потом уже буду вас знакомить с нашими гостями. Не переключайтесь. Мы находимся в нашей студии аэрографии. Здесь сейчас идет процесс обучения. Ученики на стадии итоговой работы практически ее завершают. В принципе, мы сейчас можем посмотреть вот эти последние штрихи, которые наносятся. И буквально сегодня-завтра работы будут завершены. Год назад Ирина загорелась идеей обучиться искусству аэрографии и наряду с маслом и акварелью писать работы с помощью воздушной кисти. Совмещать графику и аэрографию – давняя мечта художницы, которая теперь вполне осуществима. Ее выпускной леопард пока красуется на планшете без зубов, зато в скором времени готов переехать в свой новый дом. Мне, конечно, не так уж просто дается аэрограф, и поэтому я выбрала именно леопарда, потому что у него очень много всяких мелких элементов, шерстинки, зубы, которые нужно проделывать. В то же время рисунок не очень сложный, одна голова. А дальше, я думаю, будут у меня более сложные рисунки, и я надеюсь, то, что будет много заказчиков. Сейчас пока это только друзья, но будем совершенствоваться дальше. Этот леопард будет висеть дома у моих родителей, он им очень подходит под интерьер. Рисунок на планшете начинается с опорного трафарета, контур с которого переносится на поверхность для удобства аэрографиста. Иногда кажется, что ребята могут нарисовать своего персонажа даже с закрытыми глазами. Настолько плотно идет работа над картиной. Мелкие детали, волоски, переходы цветов, блики – поистине ювелирный труд. Марина, также известный в Самаре художник, задумала по окончании учебы расписать с помощью аэрографа холодильник маме, а пока набивает руку и оттачивает мастерство. Первое время у меня на первоначальных уроках этапов не получались шерстинки, и мне для того, чтобы отработать их непосредственно, нужно было их отрабатывать, и выбрали тигр, чтобы набить руку, как бы, и уже уметь более так четко выражать. Так, работа довольна, подходит к концу, еще немножко пару штрихов, и все будет хорошо, надеюсь. Компрессоры, шланги, подставки, краски, растворители. Работа кипит, ребята стараются закончить все в срок, удивить своими рисунками друзей и родных и, возможно, приступить к первым серьезным заказам. Вадим твердо уверен, заниматься аэрографией с равным успехом могут и мужчины, и женщины. А вот для себя решил точно – сложности не боится, поэтому и работу выбрал непростую. Я долго думал, что же выбрать. Сначала тоже хотел какого-нибудь такого зверька, который на четырех лапах стоит, волка, может, что-нибудь такое. Потом решил соригинальничать. Вот, обезьяну. Почему я ее еще выбрал? Я подумал, что она сложная. Я решил взять сложный рисунок, ну, чтобы на всем потренироваться и научиться всему. Что ж, научиться можно всему, было бы желание. А раскрасить свою жизнь в яркие краски никогда не поздно.
Ну что ж, об искусстве аэрографии не только говорим сегодня здесь, в студии программы «Универсальный формат». Еще раз напомню телефон, звоните нам, задавайте свои вопросы. Если вы автомобилист, может быть, вы мотолюбитель, ну или что-то хотите себе, давно мечтаете сделать с помощью аэрографиста, я думаю, сегодня наши гости с большим удовольствием будут отвечать на ваши вопросы. 202-11-22, телефон прямого эфира. Ну, давайте знакомиться, и я вам буду представлять наших гостей. С нами здесь руководитель школы аэрографии AirDream, это Эльмира Гилаева. Здравствуйте. Здравствуйте. К нам также пожаловали выпускники школы аэрографии Гузалия Фаткулова. Гузалия, здравствуйте. Виталий Платонов, здравствуйте. И Айдар Гилаев, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, Эльмир, мы с тобой встречались здесь, в студии универсального формата, два с лишним года назад. Да. Тогда все вот это было так интересно, кипела работа, были выпускники. Что интересного в твоей школе произошло за это время? Может быть, что-то кардинально поменялось? Ну, во-первых, все продолжается. Это хорошо. То есть мы не остановили, да, работу, у нас какие-то новые идеи, продолжают набираться группы, ученики выпускаются, они в дальнейшем там вступают в самостоятельную жизнь, и уже в дальнейшем я с ними общаюсь, они мне рассказывают, как у них продвигается творчество, их не самостоятельное. Опять-таки, я привела учеников, которые были у нас 2 года назад. Да-да-да, они расскажут, да, как у них все сложилось. Ну а вот у тебя в творческом плане как что-то интересное, может быть? Ну, меня, как всегда, разрывает во все стороны, потому что мне нравится аэрография, я уже фанат, спустя 4 года я уже мыслю ей, и параллельно какие-то техники, которые очень близко связаны с аэрографией, это, и если касается автомобильной аэрографии, и пинстрайпинг, какие-то кастом арты, да. И если касается аэрографии в интерьере, граффити, да, и я вот двигаюсь во всех направлениях. Не сидишь мне на месте, развиваешься. Это все интересно. Если честно, одна проблема – это нехватка времени. Мне побольше времени. Ну и, естественно, тут увлеклась и живописью, вспомнила там запасы масла, достала. Но в основном это, конечно, аэрография и вот все какие-то изобразительные техники, которые я в дальнейшем накладываю, связаны с аэрографией, потому что аэрография сочетается практически со всем, и можно использовать, как я говорила ранее, везде это и все что угодно. Автомобили, стены, мотоциклы. Телефоны. Телефоны, боди-арт, ногти наши любимые, да, нейл-арт, и все что угодно. Это может быть роспись игрушек, посуды, ну, неограниченные, то есть. Ну вот, друзья, с нами сидит мастер своего дела. Если есть какие-то вопросы, звоните 202-11-22. Я обещала вам конкурсы сегодня для тех, кто нас смотрит. Давайте, берите в руки телефон. Билеты на концерт группы Би-2, мне кажется, никому не повредят. Тем более 8 июля, День семьи, любви и верности. Вторую половину можно вытащить на концерт. Максимилианс, оторваться по полной в 8 часов вечера. Тем более, что ребята приезжают со старой программой и с какими-то новыми интересными своими работами. Мы сейчас смотрим на экран и видим там, кого же мы видим? Мы видим там, собственно, группу Би-2, но в нетипичном для себя интерьере. Если вы знаете, что они там делают и что вообще это за кадр, из какого проекта мы его выцепили, позвоните, расскажите. 202-11-22. Что это, кто это? В общем, ждем ваших звонков. Хорошо, мы с директором, с руководителем пообщались. Теперь к Гузали переходим. Гуль, ну расскажи за 2 года, как твоя жизнь поменялась? Планов много строила ты, собственно, как жить, развиваться, работать? Что-то успешно у тебя осуществилось? Ну, я работаю, также по профессии юрист. И параллельно я рисую для себя, для друзей, вот, дома я рисую, вот, вот эти курсы аэрографии, они мне все-таки дали толчок для, я освоила технику, ну, сухая кисть, увлекаясь компьютерной графикой, то есть, ну, тоже художник, да, как-то какой-то, да, толчок, вот. Ну, но не жалеешь, что как-то свое время так вот решила прийти? Нет, в школу, я вообще порисовать? Не жалею, я очень рада, что все-таки я так поняла, что у меня были все-таки способности, и вот благодаря курсам Эльмиры, вот, все-таки я как бы себя, ну, реализовываю. Мне кажется, это еще не предел. Мне кажется, что-то там затаилось где-то и выстрелило. Ну, наверное, я думаю, надо что... Надо пробовать, да, Эльмира? Вот как бы пробовать, и на чем ты остановишься. Да. Может быть, действительно, компьютерная графика, может быть, еще что-то. Может быть, как выстрелит, так потом, ого-го, какие работы будут. А, кстати, у нас есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте,
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Ольга, очень приятно. Вы хотите задать вопрос нашим сегодняшним гостям или ответить на мой вопрос? Я хотела бы ответить на ваш вопрос. Понятно. Хочется сходить на концерт, я так понимаю. Очень хочется. Фанатка вы группы Би-2. Да, да. А какую песню больше всего будете ждать в исполнении? Ой, я все песни очень люблю. Ну ладно, хорошо, коварный мой вопрос, так очень хорошо обошли. Ну давайте смотрим на экран, что же за проект здесь у нас загадан. Ну, мне кажется, о чем говорят мужчины. Нет, это неправильный ответ, друзья. Нет, это не тот фильм, это неверно. Ольга, спасибо за попытку. Друзья, у вас есть еще возможность, звоните 202-11-22. Это не о чем говорят мужчины. Я знала, что первый ответ наверняка будет именно такой. Коварный вопрос. Ну, пытайтесь, друзья, звоните. Хочу спросить, наверное, у Виталия. Виталий тоже был у нас на эфире. Виталий, принес дипломы, принес какие-то классные штуки, потом о них обязательно расскажешь. Что у тебя за эти два года произошло в жизни, как у тебя творчество протекает? Ну, правильно, до этого говорили, что я получил толчок для именно творения, и то, что понял, что именно хочу связать хотя бы часть своего времени с аэрографией. То есть у меня профессиональная, ну, профессия — это автомаляр. То есть и волей-неволей приходится работать там с друзьями, со знакомыми, и так сложились обстоятельства, я все-таки добился и разрисовал своему другу машину. Мы ее посмотрим обязательно, вот. Да. Да, и вот с этим рисунком ездил вот в технопарк и получил диплом. Угу. Вот диплом, кстати. Что диплом награждается? Платонов Виктор Валерьевич, лучшая аэрография Honda Civic. Это что? Это дает какой-то тебе, вот, я не знаю, как-то, я не знаю, развиваться. Ну, каждая работа, ты переживаешь за нее, как за своего ребенка, и то есть, как люди оценят, как подходят, как смотрят, все это очень интересно, то есть, задают вопросы, отвечаешь, то есть, у меня немного своеобразная техника, то есть, в основном игра цвета, фактуры, и аэрография, как бы, не полностью охарактеризовывает весь рисунок, там, игра цвета и эффектов краски. Ну, мы об эффектах тоже поговорим, об игре цвета в том числе. Есть у нас звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Наталья. Наталья, еще одна поклонница группы Би-2. Да. Ну, расскажите, вы-то какую песню хотите спеть вместе с ребятами? Научи меня быть счастливым. О, это здорово, хорошее желание. Ну что, вы-то угадали, что за фильм, что за проект, где участвует группа Би-2? А подсказок не будет никаких. Подсказок? Ну, я не знаю, если только вы не смотрели, что это за проект, будет сложно. Но подсказки... Вы, то есть, на удачу позвонили. Думали, я такая добренькая сегодня, и вам просто так билеты отдали. Ну, давайте какие-нибудь варианты, что ли. У меня как-то московская история, у меня есть такой. Так, еще какие варианты? Дальше. Какие еще будут варианты? Больше нет вариантов? День выборов. Нет. Сейчас мы все неправильно переберем, чтобы остальным другим было удобнее звонить. А вот женщина, которая слева сидит, никого вам не напоминает? А можно кадр еще? Заворотнюк, Анастасия. Да, вот. Ну, сейчас попытаемся как-то составить картину. Вот они встретились где-то. Где-то в каком-то фильме встретились. Если вы не видели, вам, к сожалению, будет сложно, друзья мои. Звоните, жду ваших звонков и правильных ответов. Очень хороший приз, билет на концерт Би-2. Есть у вас шанс, ну, я не знаю, интернет вам в помощь. Загуглите, посмотрите, где встретились эти три человека, где они могут так вот пересекаться. Звоните 202-11-22. Хорошо, мы выяснили, что выпускники у нас хорошо устроились, у всех все замечательно. Эльмир, как так случилось, что теперь и муж приобщается к твоему творчеству? Ну, раньше он привозил меня сюда, да, на эфир, постоянно помогал мне. Ну, естественно, наблюдал все 4 года моего творчества, помогал, естественно, в курсе всего теоретически. Терпел. Теория знает все то, что знаю я. На практике он, в конце концов, сам захотел. И говорит, ну, тоже хочу попробовать. И вот в этом году он наконец-то, потому что я в душе очень давно хотела, чтобы он тоже не только мне морально помогал, но и как бы реализовывал себя в этом направлении. Он пришел ко мне на курсы и со всеми,
То есть он на общих основаниях, да? Да, на общих основаниях. Придирается ли мир, интересно? Точно. Нет, я стараюсь. Если вы двигаете, нет. Точно так же отрабатываем упражнения, делаем какие-то элементарные упражнения вначале на бумаге, потом текстуры, а сейчас мы потихонечку переходим к итоговой работе. Айдар, ну расскажи, как так случилось-то? Как так? Терпел, потом, ах, была не была, пойду. Как так случилось? Ну, просто, в самом деле, посмотрел, как у всех все получается красиво. Тоже, как бы, захотелось освоить. Да, загорелся. Ну, вот, как Эльмира говорила, сейчас я вот прошел, как бы, набивал руку, можно сказать, на листочках, на бумаге. А теперь вот уже выбрал рисунок. Волка буду рисовать. И к итоговой работе переходим. Ну вот, собственно, общими усилиями мы выяснили, что у нас талантливые ребята. Совсем скоро будем смотреть фотографии. Действительно, друзья, это удивительная работа. Но прежде предлагаю принять телефонный звонок. Билет на концерт группы Би-2 разыгрываем. Максимилианс, кто нам дозвонился? Алло. Алло. Здравствуйте, это опять Ольга. Ольга, вы сегодня молодец, надежды не теряете. Ну так что вам подсказал интернет? Только любовь починит. А, это девиз по жизни или это фильм? Саундтрек к фильму. В смысле, вы песню мне называете, которую хотите послушать? Я пытаюсь понять просто, с какой... Ну да, это композиция, это вот ответ на ваш вопрос. А, на какой именно? Я много вам вопросов задавала сегодня. Ну, это неправильный ответ, если вы говорите про кадр из фильма, а про то, что песню какую послушаете. Ну, пытайтесь счастье. Друзья, мы разыгрываем билет на концерт группы Би-2. Хороший подарок, хороший приз для того, чтобы 8 июля в Максимилианс сходить и хорошо время провести. Что за фильм? Мы загадали. Ну, действительно, ребят, очень интересно. Можно в интернете посмотреть, можно кого-то спросить, ну или так... фантазировать, в конце концов. Может быть, ваш вариант мне понравится больше, и билет достанется именно вам. Пришло время фотографии. Давайте начнем, наверное, с работ Эльмиры, которые она подготовила к эфиру. Такой пласт фото. Рассказывай, Эльмир. Это мотоцикл Виктори, который я делала этой весной. Стиль чекан — основная тема. И вот в этой тематике мы... расписываю весь автомобиль. Тут аэрография и немножко кисти. Такая смешанная техника. Мне кажется, получилось здорово. Мотоцикл, да, приобрел индивидуальность. Клиент доволен, счастлив. А кто клиент? Девочка, мальчик? Ну, естественно, мужчина. Тут, мне кажется, видно. Тут каждая передняя деталь автомобиля... Ой, блин, так и говорю. Мотоцикл где-то метр. Задняя, то есть это огромный. Вы сами вместе выбирали? Он хотел именно... Да, конечно, мы вместе разрабатываем с заказчиками полностью эскиз. Они дают тему, я предлагаю варианты, как это можно все обыграть, продумываю, как это будет все сделано в стилистике, потому что одну и ту же картинку можно нарисовать по-разному. И в дальнейшем мы начинаем работать. Это пинстрайпинг, это техника, о которой я хочу рассказать. Тоже этой весной делала этот мотоцикл. А чем он отличается кардинально от аэрографии? Совсем другая техника. Наносится специальный эмалью и специальной кистью, я их принесла, покажу обязательно, наносится рисунок. Эта техника очень перекликается с аэрографией, так как в основном используется на автомобилях, мотоциклах, и если честно, часто вообще не только отдельно существует пинстрайпинг и аэрография, а именно вместе, взаимодействие. В одном проекте. Но это очень ювелирно, тонкие линии, которые... В этом нужно... все ее мастерство. Не дышать вообще, рисовать. Да, очень сложно. Это, так, я так это... понимаю, по городу Самаре ездят. Да, это автомобиль, если видите, Land Cruiser, можете, такая тематика нейтральная должна была быть, это пожелание заказчицы, чтобы было что-то нейтральное, но броско. Угу. И как вот бороться, да, с этим? Вот что-то нейтральное, что-то броское. Вы... Во-первых, это надо... как-то вот залезть в голову к человеку, потому что каждый человек настолько индивидуален, настолько разные пожелания, и я стараюсь именно услышать человека, потому что вот для меня основной критерий, чтобы человек ушел довольный, чтобы вот он получил то, что он хотел. Это основной критерий, и все остальное вообще вот, не имеет значения, потому что иногда человек даже не может сразу сказать, что он хочет, вот так вот. Угу. Ну, вот и я... только в процессе каких-то наводящих вопросов. Именно, или вот, да, потихонечку. Совместная работа. А вот гитара, да, портрет
на гитаре попросили сделать. Тоже аэрография, да? Тоже это аэрографом, где он там будет крупным планом, да, это портрет, можно наносить и просто на холст, даже холст на подрамнике. Будет смотреться замечательно, очень смотрится как фотографии, в то же время можно сочетать, опять-таки, то, что фотографии не позволяют делать. Шлем мотоциклетный, тема была авиация. Сзади амулет, да, такой мотоциклистов известный. Ну, то есть получается, в принципе, вот если как-то так вот вспоминать, сколько шлемов. Вот тут очень интересная фактура, краски, использованные краски Кэнди, флейки, глиттеры, вот эти все. У нас есть телефонный звонок, давайте принимать, добьем, я надеюсь, мы сегодня вопрос про Би-2 или нет. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Настя, ну давайте рассказывайте, что мы видим на экране, Настя. Вся надежда на... Я предполагаю, что это кадр фильма «Мама 3». Ура! Настя, вы молодец, наша победительница сегодняшняя. Какую песню группы Би-2 ждете и будете петь вместе с ними? Ой, ну, конечно, все ее и знают. Друзья, не расстраивайтесь, кто не победил. Настя, вы большая молодец. Завтра в это же время мы также будем разыгрывать билеты на концерт группы Би-2 «Максимилианс». Так что дерзайте. Дерзайте, и я думаю, что у вас все получится. Кстати, что касается работ, и мы говорили, что в том числе наши гости сегодня пришли. Мы говорили про эффекты и... цвет, да? Вот это так важно в твоей работе? Ты говоришь, что ты работаешь автомаляром, да? И ты экспериментируешь с цветами. Да, получается. Естественно. Работа автомаляра это пересекается еще с одной профессией. Это колорист, который производит непосредственно краски. А краска — это эффект визуальный. То есть где-то она ярче, какой цвет. Ну, то есть все это видно именно, когда светит солнце яркое, и ты уже понимаешь, что здесь вот как-то... Ну, вот мы видим в кадре. Да, вот это эффект... Кристалл Стар называется. То есть он наносится в несколько этапов, и конечный итог — вот такое интересное растрескивание. То есть подложка может быть абсолютно разная. Вот это один из мотоциклов, то есть яркий оранжевый и яркая, очень крупная крошка. То есть и когда он на свету, очень ярко смотрится этот оранжевый цвет. Ну, опять же, эффект краски здесь... Сами цвета необычные. Это не обычная стандартная линейка, а эксклюзивная линейка продуктов. Слушайте, ну, это глаз радуется, да? Это все хамелеон, можно использовать, да. В аэрографии. Это очень все сочетается. Это, то есть, оранжевый, то есть там подложка более яркий, именно металлик, вот этот серебристый цвет, а сверху нанесен кэнди-концентрат. Кэнди от слова сладость. Кэнди — это леденец, как бы, да, леденец. То есть это получается... Хочется лизнуть. Ярмистая краска. Это вот эффект лака призматический. Здорово. У нас в Самаре есть такие машины? Пока нет, потому что эти краски стоят дорого. Миллион-миллион. Каждый может позволить, но это, опять же, можно использовать не обязательно на всей машине, а как-то кусочками, тут так. То есть это надо... Вот это вот интересный эффект. Эффект красной краски, то есть он black to red. То есть на солнце... Черно-красный. Да, на солнце, где такой попадает свет... Благородный, винный. Он ярко-красный, а в тень переходит, он смотрится черным. Ну, это розовый... Барби. С каждым годом это все доступнее, в принципе, потому что легко можно привести. Здесь, ну, тут... Это эффект кракл называется. Кракелюр, да. Девочки, да, это знают по кракелюру. Да, даже сейчас это тоже популярно во всех техниках. То есть подложка, опять же, она бывает разная. Вот это флейк, тоже призматическая бронза. То есть... С ума сойти. Представляете, такой автомобиль, да, вот едет, королевский сразу такой эффект. Очень круто, действительно. Ну, друзья, ну что вы сидите на серых машинах, катаетесь? Сказать нечего, краски, они сами за себя говорят, то есть это визуальные эффекты, то есть говорить даже, мне кажется, здесь просто надо смотреть. Смотреть и радоваться. И представлять свой автомобиль в каком-нибудь таком виде. Таль, ну давай посмотрим еще твои работы. Вот ту самую зеленую, яркую, удивительного цвета, просто удивительных моментов. Как долго ты работал над ней? Ну, где-то месяц старался, там 4 детали. То есть капот, 2 крыла и бампер. Где сейчас эта машина? Ездит по Самаре. Друзья, вау, если вы видите этого клоуна яркого. Ну, цвет передач фотоаппарат не смогла все передать. Но яркий, есть, насыщенный, сочный? Очень яркий, желтый. Ну, здесь более-менее понятно, какой цвет.
То есть вот ярко-желтый. С лимонный. Как эффекты красок тут он представил. Да, здесь да? Если будет кусочек, вот этот синенький, как раз вот в серединке, там вот использован эффект кристалл стар. То есть там еще вот эти вот морозные рисуночки. Красота. И кто владелец этого автомобиля? Мой хороший друг, да, творческий человек. Просто, так, извините меня, из этого автомобиля в пиджаке и рубашке с галстуком не выйдешь. Это должен быть какой-то такой склад характера, неординарный, нестандартный. Мне кажется, так и есть. 202-1122, телефон прямого эфира. Если вы хотите задать вопросы нашим сегодняшним гостям, звоните, задавайте, не стесняйтесь, консультируйтесь. У вас уникальная возможность съесть здесь в прямом эфире, задать вопрос и как-то так вот даже получить на него ответ. Наши гости сделают это с удовольствием. Сегодня Эльмира принесла еще и колпаки, элементы автомобиля, просто да, стащила своих клиентов, ездит сейчас голышом. Мне привезли, да. Большое им спасибо. Колпак, тут был проект, не знаю, видно, да, сейчас Тарантул, там был большой проект на автомобиле. И в тематику мы разрисовали и колпак. То есть у нас получился общий законченный образ. Но тут тоже уж колпак, как обычно, RAV4 очень часто. Мне кажется, его можно видеть по городу. Да, да, я да. Я несколько раз видела, только думала, Эльмирина работа. У меня все работы подписаны, всегда есть внизу значок ГЕ. Ну это если приглядываться. Если посмотреть на всех автомобилях, мотоциклах, почти всегда есть. Редко-редко забываю там по каким-нибудь причинам в зоопарке там поставить значок свой. И так подписано. Подписано. Шлем. Да, про шлем. Шлем тоже был сделан в проекте с мотоциклом. Мотоцикл черно-белый, он такой более строгий. И шлем, тут не совсем, скажу честно сразу, мой проект, то есть какой-то примерный эскиз мне дал заказчик. Ну а дальше мы доработали и все это исполнили. Клиент доволен. Уже ездит несколько лет, счастлив, и вот мне предоставил на один денечек показать вам. У меня вопрос, аэрография — это как татуировка один раз и навсегда, или все-таки люди закрашивают, нет, перекрашивают? Почему? Сколько держится, и вообще как к нашим погодным условиям? Держится так же, как любое лакокрасочное покрытие, то есть ничем не отличается, мы все делаем по автомобильной технологии покраски, точно так же подготавливаем поверхность автомобильными красками, правда специальными, более качественными, с мелкими дисперсными используем в аэрографии. Наносим рисунок, и в дальнейшем в покрасочной камере это все покрывается лаком. То есть мы выступаем как художники, и всю остальную работу делают мастера автосервиса. И что касается мелких каких-то работ, например, шлемы, телефоны, это все тоже делается по автомобильной технологии. Да, тоже точно так же долговечно, ничего с ними не случится. И вот как автомобиль может выдерживать большую разницу зимой там минус 50, а летом плюс 50, да, точно так же все выдерживает, и ничего не случится, да. Ну, конечно, вот тут вот и бывает иногда, но неприятности с автомобилями, с мотоциклами, очень часто, приходится реставрировать свои работы, причем бывает от как маленького скола, да, реально какой-нибудь. Аварийной ситуации? Ну, прям, от фары до фары, то есть, да, и, ничего, люди возвращаются, просят, я точно так же восстанавливаю, иногда бывает с нуля прям практически. Ничего в этом страшного нет. Очень многие этого боятся, а вдруг я ударю. Нет, ничего в этом страшного. Как вот в процессе ремонта, точно так же можно восстановить часть, если там какое-то небольшое повреждение. Можно восстановить полностью, если я сохраняю всегда. То есть иногда вот бывают случаи, когда даже нет никакой ситуации такой подталкивающей к действию. А человек там говорит, я вот подумал, я вот хочу вот немножко в другом стиле, да, или хочу что-то вот переделать. И приходит, и точно так же мы переделываем. Не вопрос. Да, не проблема. Если человек хочет, и вот он хочет именно, он говорит, экспериментально, вот для души хочу на этом все делать. Вот и мы точно так же переделываем, делаем какой-то другой совсем проект. Здорово. Айдар, ты будешь себе этот автомобиль расписывать в ближайшее время? Или уже не доверишь? Ближайшее нет. То есть ты просто так для себя, для общего развития решил сходить? Нет, зачем? Тоже собираюсь этим заниматься, но надо сначала тренироваться, Эльмира, она уже рисует очень долгое время. Придется постараться, чтобы догнать и перегнать. Не поспоришь с ней. То есть, в дальнейшем, да, почему нет? А что в планах уже есть? Вот мы смотрели сюжет, там люди холодильники расписывать планировали, когда закончат обучение. Вот кроме выпускной итоговой работы, что вот прям глаз зацепило и очень хочется попробовать? Пока такого ничего нету, но хотел бы, конечно, мотоцикл какой-нибудь разрисовать. Угу.
А есть любимые техники какие-то, может быть, темы? Нет, ну, вот мне, наверное, больше тоже присуще, как Виталию, тоже использовать всякие эффекты. Угу. Давайте продвигайте эту тему на Самаре, надо двигаться. Давно хочу, очень давно предлагаю, вот, но пока вот робко все это делать. Комбинировать тоже, да, вот пинстрайпинг, там, я не знаю, Эльмир приносила работу свою, там у тебя есть же тоже такой аэрография вместе с пинстрайпингом. Нет, мне так не удалось, иногда так получается с мотоциклами, что я их рисую, а тут уже как бы мотосезон близко, всем хочется быстрее успеть еще это все собрать, так все-таки детальки у меня в мастерской лежат по отдельности. Все это происходит довольно-таки быстро. И вот только-только я закончил, сразу мы отдаем это все блокирование в покрасочную камеру. А потом я это все быстро отдаю и даже иногда не успеваю сфотографировать. У меня остаются какие-то в процессе такие для себя сделанные, да, кусочки, урывки. Иногда даже они недоделанные. То есть вот в последний момент уже, когда уже все время подгоняет, я иногда вот реально не то, что забываю поставить свою надпись, я вообще забываю сфотографировать, еще что это мое. И потом иногда бывает трудно поймать. Доказать. Нет, какой доказать? Это мне доказывать никому ничего не надо, как бы и так все знают. Но что поймать иногда сложно. Мотосезон, их уже не поймаешь, они все у них асфальт горит. А в конце, да, иногда звоню, уже вот все, то продали, то где-то в Москве, то еще что-то. Бывает такое, иногда расстраиваюсь из-за этого, но... Ничего, есть стимул делать другое, да, уже нет. Не забывать фотографировать. Вот сейчас мне сам заказчик тоже прислал фотографии чекан, это он сам сфотографировал со своим другом, просто я ему очень благодарна, потому что человек не поленился позвать фотографа. И на память сделал такие снимки, сделал фотографии. Еще по телевидению показались, да. Почему нет? Друзья, ну, у нас не так много времени остается до конца эфира, я заявила вопрос так. И розыгрыш для наших прекрасных девушек. Мы разыгрываем пригласительный, такой вот сертификат на посещение салона красоты «Стрекоза», сертификат на пилинг лица. Вот мы сейчас видим кадр из фильма. Что за фильм вы сейчас видите? 202-11-22. Гуля знает, Гуля, но тебе тут пока не положено отвечать ничего. Но если никто не позвонит, я тебе дам такую возможность. Можно мне тоже, мы с ней вдвоем пойдем. Да, половина лица, да, одному, половину другому. Или как там, параллельно, перпендикулярно, поделите. Нет, давайте все вместе сходим, правда. Мужчинам это тоже полезно. Почему нет, друзья, звоните 202-11-22. Гуль, ну вот ты, кстати, говорила, что аэрографию еще можно и на ногтях, да, использовать. Ты не думала вот так вот заняться этим вплотную? Ну нет, вот на ногтях нет. Да сложно это представить, потому что перо-то я видела, оно большое, как на ногтях им рисовать. Ну, это все возможно. Все возможно. Да, то есть... Ну, нет, я ногти нет. Вот у меня хорошо получаются портреты. Вот прям я, портреты? Я вообще, да. Большие? Большие портреты. То есть почему-то вот мне душа лежит к портретам. Я не знаю. Ну, значит, надо сделать серию. Кстати, в итоговой работе она мне тоже портрет рисовала. Да? Серьезно? Шарш. Портрет кого рисовала в итоге? Рисовала актера... Индиана Джонс, я не помню. Да, Индиана Джонс. Харрисон Форд. Да, точно. Вот. А что, так душа лежит или он такой фактурный? Ну, я не знаю, он просто такой какой-то фактурный, я не знаю, просто понравился. А сложно портрет рисовать вообще, вот именно аэрографии? Ну, мне кажется, что нет. Разница есть между, допустим, животными какими-то там и людьми? Уже столько оттенков кожи должно быть. Ну, да. Ну, мне кажется, для меня как-то вот так как мне портреты ближе, вот, ну, мне портреты легко даются. Как давно брала в руки перо? Аэрограф? Да. Сейчас Эльмира тебе инструмент умника держи. Давно держала в руках? Вот на той неделе. Сейчас держу. На той неделе. Хотела показать инструмент, как он выглядит. Кто не видел, потому как, что какой-то... Многие... Нет, я и держала тоже, по-моему, даже чуть ли не этот вот замечательный инструмент. Вот, здорово. Сейчас я вам его, друзья мои, положу, вы посмотрите на него крупным планом, чтобы, как говорится, было понятно. Что еще тут у нас непоказанное, как говорится, и вот это вот картины твои? Это тренировочные панельки. Я вот сейчас... Я посмотрю, потрогаю, понюхаю. Они, правда, не под лаком еще, но... Ну, ничего страшного. Вот, друзья мои, смотрите тоже, какая красота. Тут как раз пахнет. Вот фон сделан в технике аэрографии. Текстурка создана при помощи аэрографа. О чем я как раз говорила, что очень замечательно сочетается техника пинстрайпинга и техника аэрографии. Но это вот откуда-то пошло? Какая-то культура? Или кто законодатель этого направления? Началось это все в Америке. Пошло с каких-то вот автомобильных...
Вообще изначально это индейцы. Ну, изначально это индейцы, но иерография началась тоже еще в пещере. Да, в Аргентине, если там и пещера рук, и в Аргентине иерография началась, когда там задували через полую кость краску. Вот пинстрайпинг, он тоже с тех времен, когда даже кареты, повозки, там телеги линиями украшали. Но как бы вторая волна такая более современная, она началась вот в 50-х годах там... В Америке даже раньше я уже что-то это там так периодически вспоминают об этой технике, но если честно, она там очень популярна. Очень часто они украшают автомобили. Это может быть какой-то простой, не знаю, рисунок просто. Это очень часто автомобили приводят у нас с какой-нибудь линией полностью по борту. Причем это довольно-таки такой процесс, смотрится-то легко, раз, и так 4 метра, да, так. Прямой линии. А в реальности это очень сложно. Уже не дышишь, рука дрожит, ты уже не знаешь, сердце там уже практически остановится. Ну, конечно, сейчас в таком процессе, когда ставлю руку, тоже тренируюсь. Я такая по дому ходит по периметру, да, так. Мне кажется, мы многого не знаем о жизни Эльмиры Гилаевой. Дома там, мне кажется, тренировочные. Ну, тренируюсь. У меня есть мастерская, я не дома. Я там все заваливаю панелями. Правда, вот прям беру, как вот в первом классе. Мы писали наши пальчики и ручкой. У нас, да, есть телефонный звонок. Давайте принимать, уже немножко времени остается до конца эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, меня зовут Альбинка Башо. Ух ты, приятно тебя слышать. Ну, мне кажется, пилинг для лица для тебя рановато. Для кого пытаешься выиграть? Для мамы. Ой, какая ты молодец. Ну, давай рассказывай, что за фильм мы загадали. Правильно, девочки, облом. Не получилось у вас выиграть. Молодец, что позвонила, не постеснялась. Спасибо большое. Вообще, спасибо всем тем, кто нам звонил. Друзья, помните о том, что каждый день у нас проходят какие-то розыгрыши интересные и конкурсы. Кстати, о конкурсах хочется сказать, что сейчас у нас телеканал «Самарагиз» совместно с газетой «Вабанк» проводит удивительный конкурс, посвященный летнему отдыху. Приз – путевка в круиз. Всего лишь навсего нужно сделать фотографию на отдыхе. На каком-нибудь фоне, я не знаю, на Ниагарском водопаде или на Жигулевских горах, кругосветном путешествии, где угодно. Главное, чтобы там в кадре был такой вот замечательный образ, обложка газеты «Вабанк». Фотографии выкладывать в нашей группе ВКонтакте, и потом будем подводить итоги. Для тех, кто заинтересовался, ищите всю полезную информацию на сайте телеканалсамарагиз.ру и в группе ВКонтакте. Я думаю, что приз, путевку в круиз, можно легко получить, если немножечко постараться. Тут кисточки индейские какие-то. Нет, ну все, кисточки. Друзья, наша, да, к сожалению, программа заканчивается. Обо всем не успели рассказать, но в любом случае всем большое спасибо, что были с нами. До встречи.